вот здесь тоже огороженное поле, написано частная собственность. Вот здесь написано. А так же, как там, я тоже видела. И вот Канката, это туда идти. Здесь другое название вот этого объекта. И здесь свое. И так вот непонятно, что это за домик, выглядящий как церковь издалека, с полем и с линиями электропередач. Может, контора по их обслуживанию. Хотя вот такой пейзаж, в принципе, здесь для сельской местности типичен. Домик посередине, да, или так плюс-минус середина, и поля. И вот там тоже домик такой, белый цвет. В принципе, нередко здесь штукатурят, красят, штукатурят. Вот. Ну, хотя разные, цвета разные, да, могут встречаться. Ну, фермерские поля с рапсом. Кто знает больше, напишите в комментариях. А там город Серданьола. Так, иду к месту дислокации нашей компании. Спрошу еще, у нас там знающий человек есть, где тут что еще интересное находится. Если что-то будет, покажу вам. Кабанчиков пока не встречала. Но сейчас 1 мая, напоминаю, выходной день здесь, потому кабанчики при таком скоплении народа вряд ли будут появляться. А вот вам летние цветочки. Входим в лес.